начнем. Управление у нас здесь. Раньше это было так. И посмотрите, этот водила просто вообще эпик фейл. Как видим, говорят здесь по-русски. Давайте порвем этих ублюдков и обгоним их. Покажем настоящий класс. Ведь мы из 2017-го, а эти лохи из 2000-го года. Гребаные ублюдки. Давайте поменяем вид. Есть такой из кабины. Слышите трансмиссию? Слышите? Это очень круто было. Это очень круто. Посмотрите на небо. Посмотрите на это все. Вид сзади, вид позади. Мы пока рассмотрим нашего водилу. Смотрите на этого ублюдка. Настоящий, настоящий ублюдок. Давайте обгоним этих ублюдков стальных, потому что мы круче всех. Давайте покажем, что мы круче их. Ну, руль просто гигантский, какой-то гигантских размеров. Не знаю, посмотрите, это была графика, это была физика. Знак отлетел. Это было очень круто. Можно взаимодействовать со знаками, можно со столбами и с, ну, с машинами. За, так скажем, в море вы не улетите за какой-то пределы карты. Вы не сможете помять машину, этого сделать просто невозможно. Раньше такого не было. Так, давайте немного сбавим оборот, потому что мы почти в лидерах, 70 километров, но нам это нипочем. Мы же НПС, мы же, ну, безбашенные ублюдки, короче, и нам можно нарушать правила, из этого ничего не будет. Мы обгоняем 78 номер, и вот мы в лидерах. Да-да, наконец-то я в лидерах. Посмотрите на эту классическую, значит, панельку в нижнем правом углу. В нижнем левом углу у нас идет карта, и показано, кто на каком месте, где, кто и что. В левом, точнее, в правом верхнем углу у нас позиции. Ну и, как видим, у нас тут чемпион. Ну, как, кто еще здесь может быть? Только я, только я. Вот. Поэтому для тех, кто хочет поиграть в настоящий андеграунд, настоящую классику, понять, что и как, поиграйте в эту игру NPS Porsche. Ссылочка будет в описании. Название, точнее, этой игры будет в описании. Ищите вы уже сами. Я не собираюсь рекламировать там всякие торренты и прочее дерьмо. Так, давайте обгоним их еще дальше. Да, такое возможно, обогнать еще дальше. Но машину дико заносит, управление адски. О, нет, вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо. Он меня обогнал, сейчас же меня все обгонит. А круг всего один. Нет, 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 стой. Подожди. Подожди, я должен обогнать, это будет просто эпик фейл. Я вам обещал первое место, но... Но нет, 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 не получится просто так меня обогнать. Будем на дрифте всех обгонять. Да блин. Нет, вот ты козлы. Да как так? Я же лидировал. Вот всегда, всегда так. Заметьте, когда вы первый, вы расслабляетесь и просто крутите баранку своего автомобиля. И тут раз, и вас все обгоняют, вас разок заносит, у вас просто дико бомбит пукан, и вы просто делаете ошибку за ошибкой, как я прямо. Надеюсь, я еще успею их обогнать. Посмотрите на эти деревья, посмотрите на этот маяк, который горит почему-то, блядь, днем. Посмотрите на эти горы, которые появляются просто как картинки из джипека. Надо его убрать. Да, да, наконец-то я его обогнал. Но это только четвертый человек, мне еще надо двух обогнать. Фрэнка и Дауса. Ну, Даус, видимо, он вообще даун какой-то. А Фрэнк это, ну, это Фрэнк. Вот, это когда у меня нет шуток, я всегда говорю так. Посмотрите на эти корабли. Там рыбаки или что? И какой-то танкер стоит, там нефть. О, горка. Горки я обожаю. Сейчас я прилечу до небес, наверное. Не совсем то, что я ожидал, но ладно, ладно, и так сойдет. Давайте обгоним этого Фрэнка и будем в лидерах. И совсем немного осталось, черт возьми. Вот это настоящий драйв. Вот это настоящий драйв. Такого не будет в гонках, не знаю, в Форзе. Такого не будет. Нет, я опять сделал ошибку и слишком сильно разогнался. Но... Я должен слишком сильно разогнаться, чтобы обогнать этого ублюдка. Мы заезжаем опять в какую-то деревню, что ли? Подождите, это... А, так я третий, а не второй. Ну, тогда я вряд ли его обгоню. Эх, а так хотелось показать, как я классно играю. Типа классика, и я такой оба-оба. Это не самое сложное. Но в таких играх очень сложное управление. Это вам не как раньше, знаете, там какая-нибудь та же самая Forza, где выкупают полностью права и управление, и все там настоящее. И да, я приехал. Отлично, я приехал третий. Третий это тоже призовое место, поэтому не будем расстраиваться и будем подписаться на этот канал, поставить лайки, поставить колокольчик, а возможно и комментарии, как видите.
доказательство, что я третий. И на заднем плане у нас опять, посмотрите на этого чувака, это квадратная башка просто какая-то. И он не моргает. Это вообще человек, манекен, вообще законно. И мы можем здесь редактировать гонку, можем сохранить ее как видео. Вот, можем сделать вид такой, 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 и даже такой. Давайте посмотрим, где лицо его видно. Это какой вид? Такой? Ну да, вот типа того. То есть никакой физики, ничего здесь нет. Так. Ну вот, на этом я обзор свой закончу. С вами был Олег Корнеев. Всем пока, подписываемся, ставь лайк. И пока!